Всем привет, это Едим ТВ, и сегодня мы готовим... Что? Саб дня. Этот рецепт включает в себя наш предыдущий рецепт, который вы можете посмотреть, если нажмете вот сюда. Мы готовили багет. А сейчас из этого багета мы сделаем саб. Сэндвич, как в Subway, похожий на подводную лодку, соусом маринера и митболами. И с митболами, и с курицы. Да, это чикенболы тогда. Но займись курицей, ее нужно сначала нарезать мелким кубиком, потом будем пробивать блендером. Ну, не, либо можете сразу фарш взять. Да, и не париться. Для начала, для соуса я порежу мелко лук и немного чеснока, зубчики 4, наверное, хватит. В фрикадельке пойдет куриное филе. Которое я сейчас режу на кубики маленькие. Да, пармезан, бекон. И... добавим туда немного кукурузного крахмала. А чем кукурузный крахмал отличается от картофельного? Да. Он отличается тем, что при кипении он не превращается в глюкозу, как картофельный, не становится жиже, а наоборот становится плотнее. О, у меня нагрелась кастрюля. Чуть оливкового масла. И отправляем жариться лук. Мы будем готовить в этой кастрюле соус маринара. Маринера или маринара? Смотри, если бы он как-то был связан с морем, я думаю, был бы маринара. А так там ничего морского нету, поэтому я совершенно не представляю. Обжариваем лук до мягкости и только потом кладем туда чеснок. Иначе у вас чеснок успеет сгореть. Курица превращена в маленькие кусочки курицы. Пора блендерить? Да, блендери. Такой звук, как будто он ее жрет. Ну, примерно так оно и есть. Он ее всасывает и перебивает. В будущий соус добавляем чесночок. Чесночелло. Я порубил томаты довольно грубо и сразу забрасываю их. Между делом, пока Саша отлучился, добавляем красного вина в соус маринера. Нет. Я забрал себе всю славу твою. А я помешаю. Ты не смог мне помешать уже. Кроме вина мы добавим соль, перец и клюквы с сахаром. Да, можете взять клюквенный джем какой-нибудь. Нам нужна ее горчинистая кислинка. Вишня, кстати, тоже подходит. Я делал с вишней, было отлично. Или брусника какая-нибудь. Наверное, какая-нибудь морожка. Да. Я раздавлю сначала клюкву, чтобы она дала сок. Теперь добавляем измельченный бекон. Да. Фарш. Курицы. Можно так сказать, фарш курицы, так куриный говорят? Фарш. После того, как мы сделали фарш, еще надо кукурузный крахмал. И опять перемешать. Да, ложечку, да, и все перемешать. Можно рукой, да, теперь? Да. Но я же в это время буду просто бить черный перец. Часть добавлю в курицу, а часть в маринад. Соус нам нужно уварить до кашеобразного состояния, чтобы было удобнее накладывать на наши сабы. И, Саша, имею в виду кошеобразное состояние. И состояние кошки. Кошки. Немного перца маринаром. Мы натираем пармезан, чтобы добавить его к фаршу. А также добавляем к фаршу кедровые орешки. В принципе, это не обязательно, потому что они стоят 1 000 000 рублей за грамм. Добавляем кедровые орешки и замешиваем их туда. Я, честно говоря, этого никогда не пробовал делать. В оригинальном рецепте, по которому мы готовим, это должно с говяжьим фаршем все делаться. Я же взял куриный и добавляю туда еще пармезанчик. Пармезанчик клейкости нам не добавит? Добавит. Очень хорошо. Пока Саша занимается лепкой, кружком лепки художественной. И шитья. Я беру перец и нарезаю его тоненько. Тонкой соломкой. Они жарятся очень быстро, где-то минут 5-6, наверное. Смотри, какие они шикарные. Вообще желтые. Оранжевые. Почему они оранжевые? Ну, потому что это курица, плюс там пармезан, и он запекается. Вот. Перец готов. Для того, чтобы нам было приятно есть, нам нужен какой-нибудь сыр, который клево плавится, типа моцарелла или сулугуни. О, да. Или адыгейского. Нарезаем моцареллу. Every time in my dreams. Смотри, какие они шикарные, они божественные. А, я хочу их. Если у вас много фрикаделек и маленькая сковородка, то не надо их сразу все накидывать. Вот Саша правильно сделал. Потому что иначе половина из них будет жариться, которая на дне, а вторая половина будет в пару обвариваться. И это не true вовсе даже. Зацени. Попробуем. Кстати, попробуем, вдруг они еще сырые внутри. Да нет, вполне себе. Отлично. Очень хорошие куриные получились шарики. Мне нравится. Готовим еще салат. Отрезаю. Не отрезай, отрывай. Почему? От металла окисляется. Да? Да. Он от воздуха. Нет. Как яблоко. А керамическим ножом можно было бы отрезать, да? Окей. Но они все равно говёные. Кстати, да, что ты думаешь про керамические ножи, Саша? Я в своей жизни разбил уже 5 керамических ножей, они мне не нравятся.
общем, короче, измельчаем салат, чтобы можно было его в сап нормально кидать. А это как называется салат? Это же не айсберг. Это романо. Романо. У нас сегодня все итальянское. Эй, романо. Пора запихнуть наше содержимое все в багет. Да. В наш же багет и получить сап дня. Сначала соус маринера, маринара. Главное не перестараться, потому что у нас много очень ингредиентов. Теперь добавляем фрикадельки куриные. Да, фрикадельчики. Да, так что на сколько укусов-то у нас будет? Раз, второй укус пошел. Четыре, наверное. А, ты подряд пять, да. И пятый фрикадельного. Так. И сыр. Прежде чем выкладывать сюда овощи, подпечем сыр, чтобы у нас была шикарная, красивая корочка. Не, здесь первый достаточно, давай второй. После того, как мы сформировали наши саб-сэндвичи. Тут надо их под гриль, да, если есть режим гриля. Ну да, либо в очень горячую духовку. Чтобы сыр расплавился, это буквально 5 минут занимает. Даже быстрее, может. Сабы запеклись. Да. Сыр расплавился. Теперь самое время, да, добавить всего свежего, что у нас есть. Так, это значит немножечко перца. Немного листьев, немного базилика. Можно было бы добавить еще оливки. Но мы потратили все деньги на кедровые орешки. Да. И маринера саб-сэндвич готов. С куриными фрикадельками. Сначала надо завернуть, прежде чем есть. Конечно. Как шаурму. Примерно с двух сторон. Придерживай. Так, чтобы ты мог его вытаскивать потихоньку и есть частями. Ну что, посмотрим, раскроется ли у меня рот. У меня раскроется. Ну, все-таки багет надо делать потоньше в следующий раз. Потоньше? Наоборот, потолще. Это был очень добрый саб-сэндвич. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке, на наш канал на Ютубе и на наш Инстаграм. А еще подписывайтесь на группу наших друзей Cook Good. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Мне кажется, я порезал себе небо. Хлебом. Я понял. Какой позор.